В 2013 году в интернете всплыли фотографии Сеньки на притравочной станции. Ну и зоозащитники развозмущались. Я нашел телефон этой притравочной станции, хозяину созвонился, долго торговались. В общем, мы у него выкупили этого медвежонка. Ну, мы не знали, что он в таком состоянии, и отправили в Карелию сразу на выпуск в лес. Когда он приехал к специалистам, было понятно, что его не выпустить. Никто не знает, почему он такой больной, с рождения это или уже приобретенное. У него полностью сформирован рахит, да? То есть питание, света или какое-то генетическое заболевание. Он не растет, у него кости на рентгене все светятся мягкие. Но он у нас на свободном выгуле, на свободный режим. Двери не закрываются, ничего не закрывается. Он проснулся, гулять сам пошел. То есть, ну, он не убежит, скажем так. Ну, с лошадками дружит почему-то. На улицу, когда выходит, он бежит сразу к лошадкам. Обнюхается, пытается их кусить. Он ходит по всем. Он у нас тут главный. Он тут все контролирует, завхоз. Все обойдет, везде все учит. Вот что-то новое, если появилось, все обязательно заметит. Поэтому он у нас, говорит, я маленький, не совсем, говорит, физически развит, но зато, говорит, умный и все контролирую. Его все любят, он медленный товарищ у нас. Ко мне он привык, доверяет, но все равно кусает он постоянно. Дикий зверь. Все чувства передает зубами, да?